Вот идем в скверик. Напротив Дома Республики. Вон там дальше трибуна, где стояли все главари нашей страны во время демонстрации. Метро, вход, и именно здесь, на Октябрьской, был взрыв. В Доме Республики концерт Сукачева играли, кто-то деньги зарабатывал, кто-то веселился. А тут красиво летом. Драмтеатр вроде он ремонтирует. Я когда-то был там, уже и там забыл. Вот это гум. Рядом лакомка, известный магазин конфет в советское время, самый известный, самый большой. Белтелеком, это все, что с интернетом, облсполком. Ну, а там Троицк предместье. Уже с 8 марта поздравляет. Пойдем. Пойдем к дому. Все пешком.